Всем привет! Похоже, что я наконец-то созрел, чтобы рассказать вам о том, что такое рут. Как получить рут-права на наш смартфон и для чего вообще они требуются. Я не буду долго рассказывать вам техническим сложным языком. Скажу по-простому, что рут-права позволят получить нам доступ к системе, к системным файлам, системным приложениям и так далее. Когда наш смартфон без рут-прав, мы не можем удалить ненужные нам системные приложения, которые навязаны производителем смартфонов, а также не можем сделать полный бэкап приложений и их данных. С получением рута мы обретаем все эти возможности. Основные сценарии применения рут-прав – это удаление системных приложений, чтобы увеличить память нашего смартфона, а также попросту просто почистить его от ненужных приложений. Также с получением рут-прав мы сможем установить кастомное Clockwork Mode Recovery, с помощью которого мы сможем прошивать прямо со смартфона какие-то кастомные прошивки. Также мы сможем использовать приложение Titanium Backup или Go Backup для получения бэкапов пользовательских приложений и их данных. Также некоторые приложения требуют рут-прав. Некоторые приложения обретают большую функциональность, когда есть рут-права. Также мы сможем записывать видео с экрана, используя приложение Screencast. И многие-многие другие возможности, о которых я сейчас могу попросту забыть. Такие возможности дадут нам получение рут-прав. Как получать рут-права? Когда я покупаю очередной свой новый смартфон, я иду на форум fopda.ru, где нахожу конкретно форум по своему смартфону, например, Galaxy Note 2. В шапке вижу ссылку на прошивку. Захожу туда и обычно вижу там строчку, ссылку, по которой, переходя, вижу, как ставить, как устанавливать рут-права. Какой-то из способов. Стоит отметить, что для каждого производителя смартфонов рут-права могут получаться по-разному. То есть способ может отличаться, например, HTC, Samsung, Motorola и так далее. Могут немножко отличаться способы получения. Также есть некоторые смартфоны, производители которых так хорошо зашифровали их, что получение рут-прав вообще невозможно. Итак, мы зашли, увидели способ и знаем, как эти рут-права заиметь. В моих предыдущих видео вы сможете увидеть, как получить рут-права на некоторые смартфоны из тех, что у меня были. Из последних, я помню, есть инструкции для Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Nexus и так далее. Надеюсь, они кому-то будут полезны. Ну, в принципе, на этом все. Опять же, если вы считаете, что вам рут-права нужны, то ничего сложного в этом нет. Дерзайте, учитесь, и все у вас получится. На этом буду закругляться. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.